Ты вот так вот оборачиваешься, хочешь идти и думаешь, ты там сейчас кордон, а хрен уж ты. Так, что это за бешеная сука? Извиняюсь. Это не по мне стреляет? А то кажется, что... даже никого не вижу. Ух, какой бо-бо-бо-бо. Неплохо. Там оборону кто-то держит. Ну ладно, еще Виталик разберется с 11 патронами в рожке. Так, это бандос или? Да я бы сейчас выстрелил. Ты кто, лис? А, лис. О, чел, да у тебя. Да ну, да ну. Калаш с этими, да? Ты мать вашу. Дайте мне посмотреть. Что это за калаш? Бесшумный, да? Аномальный. Круто, только его текстурка не изменена, и в нем только звук. Блин, я бы даже АК тактик разрядил и выбросил. Вот реально. А мне нечего выбросить, мне винторез нужный. Все нужно, а вот нафига я его взял с собой. Так, пока что давайте я здесь просто побегу, посмотрю, что здесь такое. Свалка с кроном металлолома. Степуха кривой. Сочувствую твоему горю. Да офигеть просто. Только хабара. Вот. Реально не хватает 100 килограмм. Сейчас мне не хватает. Не хватало. То есть, сейчас мне не хватает 50, да, но как бы, если мне очень не хватает моих 90 килограмм. Реально. Вот, их мне очень не хватает. Кого мне здесь еще выложить можно? Дробь, потому что как бы, да, и... потому что я выложил оружие, которое я бы пользовался. Блин, классно. Жаль, что текстурка у него обычная, то есть без глушителя. Видите, да? Без глушителя он. Как будто просто так начал стрелять. Бесшумно. Бам-бам. Ну тут и бой, чувак. А ты-то кто? Чей холод, спрашиваю? Так, ладно, я думал, вы так сделаете, но хорошо. Чё-то никого не вижу, хотя слышу ответные выстрелы. Ладно, пофиг. Охренеть, сколько здесь трупов, а? Здесь реальная война идет. Группировка. О, да ну. Это аута? Браунинг аута, да? А, хрен, это какой-то ример. А, понятно. Понятно. Где там еще да трупачки были? Свежие. Так, этот голый. Синий рыжий. Темная долина. Понятно все. Ну и лис. Покойся с миром, дружок. Ты какая-то кака.
мужчины попадаю. Наверное, это все из-за точности окурка, что он как бы... Так, главное, чтобы меня сейчас не пристрелили. Остальные где? А, вижу. Вижу. Все, упал. Отлично. Идем, как говорится, дальше. Ох ты! Гондор. Извините. Вообще, фонарел. Так, я быстро. Хрень еще там. Свалка, ничейный рюкзак. Блин, да сколько здесь нычек-то, а? И везде одно брахло всякое не нужно. Кровь камня, конечно, хорошая тема, но... Ну ладно, возьмем. Хрен с вами. Тем более у меня 44 кг пока. Пока терпит. Реальная война здесь, конечно. Так, это там что валяется? О, выверт. Разрыв плюс 2. Ну, пускай пока будет. Потом, если что, кому-нибудь что-нибудь продам. Ой, кто такой злой? Это не тот ли термит, которого я ищу? Ну, этот отдельный стервет, да. Термит. Не знаю, может это реально совпадение, но совпадение, не думаю. Термит, это ты или не ты? Это судя по тому, что у тебя ПС. Ух ты, просто ты! Говнарь какой, а? Потому что не пробил меня. Какого черта вообще? Митька. Прикольный звук. Или термит. Ну ладно, попозже с миром, браток. Если что, я себя спрошу. Так, это кто? Грек-наемник? А, нейтрал. Какого хрена наемники стали нейтральными? И ну рассказывай давай! Наемники вообще здесь забыли. Грек. Что-то знакомое. Что-то очень-очень знакомое. Здорово, брат! Наемники. Почему вы нервные? Здорово, брат! Идеи-то. Ну ладно, может быть, я просто отстал от времени. О! Еще один камень, еще один, вернее. Гравий. Вот это прикол. Так, ну что тут у нас? Кто здесь у нас? Сероградус. У стены. Мне даже страшно представить, что там под кустом у стены. Блин, а? Назад возвращаться. Хотя можно и в темную долину заскочить. Гы-гы. Помнится, я даже когда-то снимал отдельные части, называя их эксклюзивными выпусками, ну, где я обыскивал, так сказать, нычки. Посвящал целые части только обыскиванию нычек с артефактами.
Ништяк. Здесь кто есть? Еще один артефакт. Атом. Блин, а здесь место-то артефактное такое. Неплохое местечко здесь. Там чей-то труп валяется. Новичок. Саня подонок. Ну здесь, по-моему, кла. Неплохо. Хотел сказать, классические трупы. Ну, мне вот такая тема не нравится. Ну, может быть, это кому-то и по душе, но не мне. Тем более у меня. Вот прицел я отсоединю, а... Что-то упало. Да, мне же надо что? Мне же надо найти этот домик в деревне. Вот. А вот и домик. Так, это кто? Мародер, враг, понятно. Два мародера врага. На, все, пропали. А, хрень, не пропали. Так, артефакт. Они случайно не рыбалку на лоха хотели устроить? Выбор. Ну да, видимо, от бедности. Мне это же жалко. Ух ты, кожаная куртка. Ну нет, спасибо. Это реально нычка такая для новичка. Даже не для новичка, а для такого чувака, который вообще без зомби только-только пришел, только заспавнился здесь вообще. Потому что у любого новичка есть курточка. Так, а вот походу и остатки от того чувака, которого убил скал. Да, шнурка, вот, и неизвестный разведчик. Ковбой этот, шустрый, сука, оказался. Не успел я его перехватить. Он уже из бара ушел. Ничего, найду. Напарники сообщают, что он скрылся в прошлой шахте, чтобы пройти. Значит, ты его стрельнул здесь, он искать там. Вот только от мародера оторвусь. Да, похоже, не оторвался. Похоже, пуля тебя шальная-то все-таки настигла. А может быть и дробь шальная. Так, давайте мстить за этого наемника. О, походу парень нету этого. Как мой тиммейт вообще. Ты бы мог даже пистолет достать, если у тебя были патроны к нему деньги. Так, ну что, походу здесь больше ловить нечего, надо идти либо в бар, либо я хотел на агропром сходить, там посмотреть переход на болото и посмотреть, что же, кто же такой лодочник. Все-таки, наверное, схожу на болота, если будет что-то интересненькое, то начну записывать. Если не будет ничего интересненького, то... то уже встретимся, наверное, в баре. То есть теперь, как бы, по этим двум основным квестам я должен идти куда? Я должен идти на научный сектор подземелья. И я должен идти... О, еще один бувер. И я должен идти в рыжий лес. Так, ну что, давайте запомним, да, что вот здесь у меня... Хабар лишний тут сложен. Отлично. Что я еще сюда кину? Вот это кину. Вот эту фигню кину, которая мне не нужна. Ты сложу не нужно. Аптечки
тоже не нужны. Раз, другой. Папа. Ну, наверное, ей и все. А, вот АВС. Нахер надо. Вот, полки можно не складывать, а в основном есть вообще. Невесок. Ну что, на агропром. Да, если что, встретимся уже в бару или где-то. Чёрт, это военный десант, там же наши! Чувак, ты адресом не ошибся? Пошли! Сейчас! Сейчас какой год-то уже? Скажи мне, пожалуйста. Да хватит фризить. Еще один атом. Сейчас, по-моему, здесь в этом моде год 15 или какой. Не помню, короче, какой, но уж точно далекий, так сказать. Не, чуваки, я вмешиваться не буду. Ваши терки там. Еще один атом. Спрашивается, нахрена я их выменивал, так сказать. Здесь их пруд-пруди просто. 6 атомов. Может, с чуваками поторговать? Бах. А, хрен. Ой-ой-ой. На, возьми. Скушай подарочек. Пиндос. Патрончики. Аптечечки. Так, тихо. По мне не попадите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какие вы все злые здесь. Сейчас будет прикольно, если начнется квест с кротом. Вот это будет вообще угар. Мега троллинг. Ты че? Ой, изыди. Не, реально. А, крота нету. Ну и пофигу. Прикольно было бы. Ладно, пока... Пока просто патроны для калаша. Архивный бокс. Посмотрим. Можно прямо в подземелье агропрома сходить сейчас. Только почему-то нету метки перехода, что как бы здесь подземку. Ладно. Я же на болото бежал. Кто там смеет вообще стрелять по мне? Пошел ты сам с поднятыми руками. Блин, не так я побежал, конечно, в самом начале. О, что за фигня? А, медуза. Все никак не могу привыкнуть к... Ран! Тихо. Ой-ой-ой. Еще какой-то недовольный хейтер. Все? В минус ушел. Идите нафиг. Хотя, дайте-ка мне их обыскать. Бэээ.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай. Не надо меня убивать, пожалуйста. Какие злые, а? Да пофигу всем. Второй заход. Вторая попытка. Валим. Ну чё, встретимся уже на болотах. Буду снимать всё-таки. Валим! Ну что это за броня такая? Это что за фигня вообще? Этот кабан с меня величиной. What the fuck вообще? Так, бронированную броню. Нет. Что? Господи. Скажи, никто и не поверит. Тут кабанье водится в зоне. Жирные какие, а. Можно, конечно, просто удрать. Но это не по мне. Я привык доделывать начатое. Ёпрст. Надо по голове им стрелять. О, минус один. Гигантские. Жирные кабаны. Еще минус один. Иди сюда. Еще Виталик накажет. Ты ублюдок, мать твою. Хватит крутиться. Башкой встань ко мне. Охренеть. Кажись, я просрал все свои бронебойные патроны. Не, зря я к тебе вылез, да? Копыта кабана? Это нахрен не копыта кабана, это копытище. Вот еще один пример, так сказать, новых мутантов в Dream Raider Dangerous Area. Где мои бронебойные патроны? Господи. О! Отремонтируй-ка мне все, пожалуйста. Блин, а может быть везде есть такие люди, которые все чинят? Ну, например, на кордоне там или на мусорной гизе. Есть механики. Фу, блин. Испугался. Так. Этих кабанов больших. Да, вот у меня необычный комбез. Блин. Он даже не видит, если там какой-то, да, то на его базе он не видит даже ничего. Вот, как и все, в принципе. Ну, что расскажешь? Еще здесь есть какой-то хром, но ничего с ним нельзя сделать. Можно, в принципе, ему продать эту тему. Тебе продать еще одну тему. Ой-ой-ой. Атомы, кстати говоря, очень-очень даже. На, возьми. Слушаю тебя. Я настоящий торговец артефактами.
Модификатор аномалии? Что? Прототип. Параболический отражатель. Бронепластина. И наплечные щитки. А, прикольно. Типа как вместо артов, да? Вешать на пояс. Ну понятно, чувак, понятно. На. Так, ну все, наверное, да? Мне кажется, или здесь тоже есть еще свободные места? Нету. То есть у меня 6 атомов. Гравий 1, 2 кровь камня, огненный шар, уран. Да. Ну что, теперь железно в бар идем. Обратно, наверное, на агропром, с агропрома на свалку, со свалки уже. А! Нет, я же хотел посмотреть, что там в аномалии, во-первых. Блин, хотя, наверное, надо было все-таки починить комбез, когда я уже схожу в эту аномалию, потому что могу реально попортить. Артефакт. Вот артефакт. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кидай. Как так? То говно вообще никак не подобрать. Подходишь туда, чтобы спуститься, и сразу умираешь. Это вообще что такое? О боже. Вау. И вместо чего же мне его теперь поставить? Вместо чего? Так, ну это понятно. Да, вместо вот грави лучше. Ну что, вот я и обыскал болото. Теперь уже все. Отправляюсь снова на агропром. И встретимся уже в баре, наверное.